6 поисковых отрядов из разных уголков республики получили гранты главы Чувашии на проекты, связанные с историей Великой Отечественной войны. В этом году на участие в конкурсе была подана 21 заявка. Решением Совета по присуждению ежегодных грантов главы Чувашской республики из них было выявлено 6 победителей. Среди них поисковые отряды Большесундырской и Новомурадской школ, Новочебоксарского химико-механического техникума, Молодежной общественной организации «Студенческий совет», а также объединение «Алые маки» и «Память». Гранты в размере от 75 до 100 тысяч могут быть направлены на сохранение и благоустройство воинских захоронений и отдельных территорий, исторически связанных с подвигами погибших при защите Отечества, на проведение поисковых работ, на создание мемориальных музеев и сооружение памятных знаков на местах боевых действий.